Ну что же, всем добрый вечер. Уже час ночи, второй час ночи, и мы влетели в город Минск. И я в своем любимом номере, который я очень-очень люблю. Потрясающий ренессанс Минск-отель. Кстати, вот приятно, входишь в номер, и вот такая открыточка, которая не просто напечатана, написана от руки, это очень дорого стоит. Уважаемый господин Королев, вот даже для нас большая честь приветствовать вас в «Ренессанс Минск-отеле». Наша команда приложит все усилия для того, чтобы ваше пребывание с нами было комфортным и продуктивным. Продуктивным. Такое, это мне нравится. С уважением, команда «Ренессанс Минск-отеле». Спасибо большое. Спасибо, я сохраню это на память, на пенсии. Все буду вспоминать. Так что вот продуктивность, мне слово нравится. Вот эта продуктивность уже началась. Поэтому давайте. Но это мне очень нравится. Я люблю этот минский номер, этот отель люблю. Видите, здесь такая красота. Вот. Уже здесь не тепло, здесь жара. Здесь уже можно сейчас уже на жирафах скакать. Вот видите, какая кровать, наконец-то я сегодня отосплюсь. Вот. Ну там Минск ночной. Вот такая потрясающая ванная комната. Все мне здесь знакомо. Я даже уже мы в том году, наверное, показывали этот репортаж. Спасибо замечательнейшим городам. Спасибо Ихве. Спасибо удивительной сказочной Риге. Наконец-то я там не просто побывал гостем, а уже побывал там со своим сольным концертом. И мне это очень важно и очень такая интересная страница в моей творческой жизни. Спасибо, конечно же, Вильнюсу, который стал мне уже родным. И спасибо большое Догов Пилс, которые проводили меня с таким теплом и встретили крепкими объятиями и жаркими аплодисментами. Спасибо вам, мои дорогие. Спасибо за необыкновенное тепло, за необыкновенное участие в моей жизни. И вы знаете, вот эти четыре концерта, они мне столько многого открыли для меня самого, что я теперь на все смотрю совершенно другими глазами. Спасибо вам большое. Здоровья, счастья, радости. Вот. А теперь у меня несколько выходных дней, которые я проведу в своем городе сердце, городе, в который я еще приехал, будучи школьником, после 8 класса, на каникулах осенних, мы со своими одноклассниками рванули в город Минск. Это был где-то 1974 год. Поэтому для меня этот город вечный. Вечный этот город. Поэтому здравствуй, Минск. Здравствуйте, мои дорогие минчане. Я здесь. Я жду 9 ноября. И как же мне хочется спеть для вас и подарить все свои самые-самые лучшие песни. А я что сказал? Ноября. А я говорю 9 ноября, так бы, ой, ведь я в ноябре, оказывается, еще. А 9, а что, февраль уже, что ли? Короче говоря, в ноябре так в ноябре, в феврале так в феврале. Если сейчас февраль, то значит 9 февраля. А мне почему-то показалось, что ноябрь, потому что сейчас в Прибалтике такая вообще весенняя погода стоит, там зимы нет, там такой оттепель и пахнет весной или осенью, поэтому мне уже кажется, что уже все, ку-ку. Короче говоря, через 2 или 3 дня мы уже встретимся. Здравствуй, Минск! Всем спасибо! Всем привет! Вот, если кому будет скучно, я здесь, в отеле. До встречи. Пока. Голова моя, как фонарь с перебитыми стеклами. Конечно, столько переехать, столько вообще не доспать, не доесть, потому что с часу дня у меня даже маковой росинки не было в организме, а уже, извините меня, уже скоро 2 часа ночи, поэтому я... Ну ладно, в
вы все поняли. До встречи.